Раз ты такой умный, почему ты не президент банка? Слишком умен. В смысле? Брось твою мать! Работаешь как прежде, машину не покупаешь. Абсолютно никаких перемен. Это понятно? Карла Макдаф, полиция Монреаля. Мой напарник Пит Лобов. Добрый день. Я сказал им, что мы друзья. Трусики в залог дружбы, да? Проклятье. Я понятия не имею, где эти деньги. Все они будут искать эти деньги. Сам понимаешь. Как я найду их один? Ты показал ему твои деньги? Я не разбираюсь в психологии бандитов. Но ты и скотина. Я добавил $500. Это мужчина твоей жизни? Не с места! Руки вверх! А это погубит Соединенные Штаты. Их деньги. Они верят только в деньги.